Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видеоуроков для начинающих садоводов и огородников. Вчера я сеяла петрушку первый раз в открытый грунт. Сегодня вышла посеять первую партию салата и решила вам немного показать и рассказать, как я это делаю. Мы посеяли салат уже в теплице, он у меня взошел. Но в теплице там такая ситуация, что там же скоро я приду высаживать помидоры и перцы. И тот салат в скором времени мне придется оттуда удалять весь. Следующую партию я сажу уже на улице. Сажу в каких местах? Вот смотрите, здесь у меня растут тюльпаны. Тюльпаны, нарциссы вот в этой кромочке. Но так как у них очень короткий вегетационный период, через месяц это место уже будет пустое. Они отцветут и засохнут. Чтобы вот эта вот плодородная земля у меня не пустовала. Я, видите, как я посыпала здесь по всей этой длине немного салатных семян. Я их просто вот сейчас с грунтом перемешаю, вот так с грунтом перемешаю, и даже ничего делать не буду. Или первый дождь, или там какой-то еще даже снег пойдет, землю намочит, и они будут там лежать, набухать. Салат — это очень морозоустойчивое, морозостойкое растение, ему вот такая погода не страшна. Он сейчас влажный грунт, семена набухнут, и к тому времени, пока отцветут, когда у меня тюльпаны с нарциссами, здесь у меня будет такая зеленый рядочек салата, небольшая витаминная грядочка. Вот такие грядочки я делаю там, где у меня свободные места. Могу посыпать около Виктории, где редко кусты. Он разрастается, я его убираю потом, и все, дальше растения растут. Ну а здесь, когда вот этот первую партию салата я уберу, я могу посеять еще или укроп, или еще раз салат. Вот такой посев салата, очень простой в открытый грунт, можно делать при любой погоде. Вот у нас сейчас на улице минус 2, ночью минус 5, ничего страшного. Он полежит сколько ему нужно, набухнет, проклюнется и взойдет. И как раз к тому времени, когда наступит тепло, у вас уже начнутся первые проросточки вот этого салата. Отцветут тюльпаны. Когда тюльпаны будут цвести, он будет еще крошечный, он не помешает. Как только тюльпаны отцветут, засохнут, можете уже срезать или прям выдергивать с корнем этот салат. Все, этот маленький видеоролик я сняла для того, чтобы показать вам, что там, где растут цветы, например, или растения с коротким вегетационным сроком, вот быстро, они сейчас месяцы отцветут, чтобы места не пустовали, сейте укроп, сейте салат, сейте различную зелень, чтобы место зря не пустовало. Вот у кого участки небольшие, у меня участок 6 соток, и надо умудриться вырастить на нем все, и помидоры, и огурцы, и зелень, еще учесть, что у меня тут яблони, груши, вишни, клубника. Все это вмещается, если все чередовать и разумно все вот это вот планировать, что где сеять. Вот, это подсказка тем, кто только начинает заниматься огородничеством и кто еще не знает, как надо с умом использовать нашу землю. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Если какие-то дополнительные вас вопросы интересуют, заходите на мою страницу в Одноклассниках. Набирайте Чернова Ольга, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Все, всем хороших посевов и урожаев.